Иногда ты падаешь духом, порой начинаешь скулить, как щенок. Но знай, если у тебя есть еда в холодильнике, одежда в шкафу, крыша над головой и место, где переночевать, то ты уже богаче 75% людей. Если ты здоров и у тебя нет неизлечимых заболеваний, то тебе повезло больше, чем миллионам людей, которые не переживут эту неделю. Но если ты меня сейчас слушаешь, то тебе повезло больше, чем миллионам глухих. Так что не жалуйся. Вокруг тысячи причин жить и быть счастливым. Надо лишь это разглядеть. От того, чего у тебя нет, ты в силах добиться сам.